Виноград Виктория. Раннего срока созревания 120-125 дней. Устойчив к многим заболеваниям, аидию, мелью. Имеет отличные вкусовые качества. Ярко выраженный мускат при полном созревании. Ягоды крупные. Размер 22-27. Весом около 7 грамм, устойчив к морозу, выдерживает 26-27 градусов. Гроздья заявлены как крупные и очень крупные, по 500-700 грамм. У меня пока таких нет. Возможно, причина в обрезке. Необходима короткая обрезка на 2-4 глазка. Тогда, возможно, такие грозди будут. При обрезке на 8 такие грозди у меня не получаются. Минусы, что можно сказать, то, что он является осами. Вот смотрите, осы шершни. Смотрите, какие красавцы прилетели и работают. Ну, ягода вкусная, поэтому сахара хватает, поэтому и работают. Ну, а потом идут все остальные мухи. Ну, вот такие гроздочки. Видите, грозди, они рыхлые такие. Вот. Некоторые ягоды я тут, видите, удалил. Вот. Видите, как поработали. То есть, вот это недостаток. Ну, посмотрим еще. Наблюдаем за этим сортом. Кустик молодой. Как молодой? В принципе, уже полное плодоношение. Четвертый год. Четыре года. Спасибо за просмотр. Виноград Виктория.